Зарплата ямальских чиновников почти вдвое выше средней по экономике региона. Так называемый рейтинг оторванности подготовила аудиторская консалтинговая компания ФБК. Согласно полученным данным, Ямал занял в списке 15-ю строчку. По данным аналитиков, окружные чиновники в прошлом году зарабатывали в среднем около 126 тысяч рублей в месяц. При этом средняя зарплата по округу составила около 66 тысяч. Самыми оторванными от народа, согласно рейтингу, оказались чиновники Тюменской области. А вот служащие Москвы заняли последнее место в рейтинге. Уровень их зарплат всего на 7% превосходит среднегородской показатель. Причем заработки московских чиновников вдвое ниже, чем у ямальских коллег. Это около 64 тысяч в месяц.